Из увлекательного диалога внука и его дедушки ребята узнают о жизни известных декабристов в 19 веке, отбывавших ссылку в Зауралье. Конечно, что-то в душах детей остаются в такие важные моменты нашей истории. И они потом это даст толчок к тому, чтобы они продолжили пополнять свои знания. Тем более, что сейчас многие ориентируются на интернет, где немало ошибок. И поэтому надеемся, что все-таки в конце концов они придут в музей, они откроют более серьезные книги, а это только начальный этап, но с чего-то всегда нужно начинать. На презентации книги школьники смогли заглянуть в волнующий мир истории нашего края, увидеть интересные экспонаты, принесенные из дома музея, и даже погадать на томике Пушкина. На фотографиях домов декабристов, сохранившихся до наших дней, ребята узнали и свою школу искусств, и курганские музеи. Живую атмосферу встречи поддерживали звуки музыкальных произведений, которые исполнили для ребят ученики первой детской музыкальной школы. Мне очень понравилось, и я обязательно буду сюда приходить. Картинки тоже красивые. Я буду читать дома. Каждому работнику библиотеки вручили по новой книге. Ребята с интересом перелистывали страницы нового издания. Яркие иллюстрации и доступные изложения книги привлекают внимание и прививают не только любовь к чтению, но и интерес к истории Кургана. Дарья Федерягина, Александр Менщиков, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру».